Милиция для народа. Акцию под таким названием проведут для макиевчан работники МВД. В пятницу 13 июля сотрудники органов внутренних дел приглашают горожан на площадь перед театром юного зрителя. С 13 до 16 часов жители Макеевки смогут узнать все о городской милиции. Им покажут служебные автомобили, оружие, технику и многое другое. Тем, кто захочет сам почувствовать себя милиционером, разрешат сфотографироваться в настоящей экипировке. Самых маленьких гостей праздника ждут игры, конкурсы и викторины.